Добрый вечер, дорогие друзья. Как я обещал, прямой эфир опять. Вчера мы провели прямой эфир, такой после проведения гива, вот этого розыгрыша. Сегодня идет второй день, по-моему, не третий день розыгрыша. Ну, в общем, для новых подписчиков, для того, чтобы познакомиться, эти ближайшие дни буду делать эфиры прямые, буду делать много сторисов, для того, чтобы мы немножко с новой аудиторией познакомились. Вот. Выхожу вечером, потому что в 23:00 почему-то аудитория больше. Просмотров больше, больше вовлечения, больше вопросов. Поэтому, ну, в общем, кому интересно, можете задавать. Буду отвечать. Можно чего-нибудь здесь присобачить. Сейчас мы сделаем какой-нибудь. Вот. Можно солнышко поставить для того, чтобы было просто веселее. Чтобы забить пустоту. Хорошо. Так. Пусть колбасится солнышко. Такие дела. Угу. В общем, так что привет всем еще раз. В общем, поигрались, потыкал, посмотрел. Куни Нураи. Привет, привет. Привет, друзья. Сегодня прошел первый день тренинга в Алматы «Эмоциональная свобода». Вот. Было всего 5 человек, то есть 4 новеньких и один уже повтор. Вот. И все сегодня еще ездили, кто смотрел сторис, мы ездили пить кофе. Вот, мне очень нравится кофе, там люди говорят о кофе, как, знаете, как о золоте. Они настолько влюблены в это свое кофе, и, честно говоря, в последнее время стал любить людей, которые любят свое дело, да, то есть я кофе не очень люблю, и мы вот специально туда привез, мы впятером туда приехали, взяли кофе, попили, в общем, очень нереально вкусно, это находится на Гоголя Тулебаева. Там булочная есть, и в булочной прям маленькая кофейня, кому будет интересно, зайдите. У них прям целая философия кофе своего, так что, ну, в общем, просто рекомендую, прям реально вкусно. Недорого, вкусно, и единственное, там негде посидеть, и вот ты его берешь, там пьешь, оставляешь, или там с собой берешь, то есть на вынос. А так вот, ну, не прям кофейня, это, ну, вот. Всем привет, еще раз. Вам меня нормально слышно? Связь нормальная? Что-то вопросов не так. Скоро вы приезжаете в Актобе. Хотела бы попасть к вам на тренинг, но почему-то есть страх, что будет больно от процедуры. Да, приходите, вообще не парьтесь. То есть вы можете, конечно, подтянуть и поносить эту боль еще в себе какой-то период. И потом от нее избавиться, но я, честно говоря, я не вижу смысла никакого в том, чтобы как-то эту боль носить в себе, ну, внутри еще. Поэтому. Спасибо за лайки. Ну вот. Сегодня
этот анекдот рассказали про Геннадия Головкина, так смеялся. Не про Геннадия Головкина, а вообще про бой. И опубликовал его в Инстаграм, опубликовал. В общем, прикольно, кто видел, в общем, очень смешно, конечно. Подкололи сильно. Вот. Кому еще интересна вообще тема психологии или чего-то, приезжает Ситников. Вы посмотрите, кто это такой Ситников. В общем, это очень сильный психолог. Там этот организовывает его Дана Арбенбаева. Можете посмотреть его книгу, почитать. В общем, есть в интернете. В общем, ее можно заказать. В общем, мероприятия будут в Ритц-Карлтоне. Я не знаю, сколько стоит, но билеты вроде продаются в меломане. Не знаю. То есть вы погуглите, и там обязательно выйдет. Кому интересно, в общем, сходите, вот прям рекомендую, очень мощный мужик, прям такой и очень мудрый, и такой основательный. Я с ним познакомился впервые на пире, вот, и прям зацепил, да, очень редко, когда вот прям так прям зацепляет, что таких людей масштабных очень мало, и вот просто рекомендую, потому что это редкость прям. Это очень редко, когда такие люди такого масштаба приезжают в Казахстан. Это, ну, прикольно. И есть возможность к ним прикоснуться. В общем, сходите, прикоснитесь. Так. Сейчас очень много стало психологов. Какая-то психосоматика, какие-то блоки. Как узнать профессионала? Какая-то психосоматика, какие-то блоки. Вы знаете, когда я начинал, честно говоря, может, в моем поле такого не было, об этом так очень, об этом сильно много не говорили. И вот это еще помогла в этом Луиза Хей, и она очень сильно, как бы, как психолог, как, я не знаю, как целитель она, и она очень многим прям на самом деле помогла. Об этом очень много пишет Лазарев, насколько я понимаю, и пишет Свияша. Вот. И как отличить профессионала от непрофессионала, в общем, просто по отзывам. Да? И посмотрите, как он говорит, цепляет тебя, не цепляет. Твой ментор или твой психолог, твой коуч, ты его просто сам узнаешь. Поэтому прям смотрите в Ютубе, смотрите его отзывы, читайте статьи людей. Вот поэтому только так. То есть то, что тебя зацепило, туда иди. Не цепляет, ну просто не ходи. Зачем? Потому что тебя должно зацепить. Вопрос не в том, какой специалист, вопрос в том, кто тебя зацепил. Если он тебя зацепил, значит будет результат. Не зацепил, значит результата тупо не будет. Как вам Ирина Хакамада? Хакамада интересная женщина, ну, как бы она успешная, да, достигла определенных каких-то высот в политике. И она даже вот очень сильно раздражала этого Жириновского, и он говорил, мы вернем Японии Курилу, пусть они свою Хакамаду заберут, да, то есть она его прям этот, ну, раздражала очень сильно. Я так понимаю, что как политик она была достаточно сильна в свое время, и потом, когда она оттуда ушла, слава богу, не слава богу, ну, в общем, она ушла, у нее ума хватило, потому что это, ну, немножко не женское это дело, насколько я понимаю, это разрушает вообще природу женщины. Поэтому Вовченко Марина, не знаю, кто такая, честно говоря, не приходилось как бы ни читать, ни слышать про нее, не знаю, кто такая. Со вчерашнего эфира ждала ваш эфир, большое спасибо. Я сделал запрос, кому понравилось, кому не понравилось. В общем, аудитория поделилась почти поровну. Но больше людям не понравился вчерашний эфир почему-то. Но, в общем, сегодня будем исправляться и повторим эфир заново. Вот. И половина аудитории, в общем, понравился эфир. И поэтому, вот, в общем, выходим в эфир опять. Для тех, кому понравилось. Для тех, кому не понравилось, можете, ну, как бы, ну, просто не смотреть, да. Какая у нас сегодня тема? Темы, честно говоря, нету. Вообще, вчера я планировал те темы, которые вот там озвучивал в посте. Можно любую выбрать и по этой теме задавать вопросы. Можно не по этой теме задавать вопросы.
Вот, допустим, первая тема была «Я и мои дети», то есть, когда женщина говорит, вот семья, да, и в семье женщина говорит «Я и мои дети», мы думаем вот так. Это тогда, когда мужчину вообще в семье нету, у него нет своего места в семье, и очень важно следить, насколько ты, ну, вообще про семью, насколько у вас в семье, значит, проблемы. Это такой вот как триггер, который основной. Вот. Калайжардай, брат, нормально, Нурлан. Вот, я думаю, половина не смотрела и на шару пикнула. Нет, ну, возможно, здравствуйте. Вот. На самом деле, я эту функцию первый раз пробовал, в общем, было интересно, насколько как она работает. Очень многих зацепила тема «Поблагодарим любовницу мужа», допустим, да? Я хочу, чтобы он... По поводу лидерства, почему мужчина не проявляет лидерство, да? То есть очень многие женщины жалуются, что их мужчина мало зарабатывает и как-то хотят на это повлиять, и что он там бесхребетный, что этот... Поэтому... А скидки студентам нет на тренинге. На тренинге вообще скидок не делаю, ни на тренинге, ни на индивидуальной сессии, потому что это обесценивает и меня, и обесценивает тот результат, который ты хочешь получить. Потому что если тебя не устраивает цена или как-то тебе тяжело, то лучше найти какого-то другого специалиста. Я могу даже порекомендовать. Ну, то есть, когда будете писать, если вам дорого, я вам, ну, как бы, ну, направлю кому-то тому, кто как бы в цене чуть меньше. Подскажите, записался к вам на тренинг в Астане до 16. Можно ли сейчас начать писать письма прощения или лучше сначала прийти тренинг? Вы можете начать, а потом продолжить, как бы, если нет времени ждать, и желания как бы отсрочить какой-то результат, вы можете сейчас начать писать письма, как раз вы подогреетесь, и с вами будет просто мне проще работать. Поэтому начните. Как воспитывать мальчиков? Жестко, не могу им ни в чем отказать. И когда дедушка ругает сына, я прям вся колючая, ну, сдерживаюсь. Здравствуйте, как избавиться от страхов? У меня сильный страх за ребенка. Значит, смотрите, во-первых, как воспитывать мальчика. Мальчика воспитывать должен отец, да, то есть отец должен прививать ему паттерны мужские, да, то есть и мужскую энергетику должен дать, и поведение мужское должен дать. Поэтому очень важно, чтобы мальчиком занимался отец. И желательно, почему отец? Потому что отец ему скажет, какой должен быть мужчина, в каких условиях, как надо поступать. Даже если отец в его возрасте не делал того же самого, и где-то он там трусил, где-то этот, он ему скажет, что делать надо вот так, с высока своих лет. И поэтому отец воспитает своего сына сильнее, чем он сам был, возможно, да? Это первое. Второе, насколько подавлять лидерство ребенка, вообще не только мальчика, а и девочки, это решает сам всегда решает сам родитель, да, но дети уже приходят с определенным характером, и переломить их не всегда удается, и, ну, и, наверное, это не нужно, да. У меня вот 5-летняя дочка, она говорит так: это моя жизнь, и поэтому мои правила, да, то есть моя жизнь, мои правила, это ее, как бы, она недавно выдала эту фразу, просто сели и нечего было ей сказать. Потому что, в принципе, она права, да, и ломать ее вот мировоззрение как-то, ну, мне кажется, это будет не очень хорошо. Дети наши, они умнее, чем мы, и поэтому уже стоит, наверное, прислушиваться к ним, даже к маленьким. Поэтому просто не ломайте, но определенные ценности и воспитание должно присутствовать, да, то есть не жесткий там надзор какой-то, но очень важно ребенку объяснять. Я думаю, что, ну, они понимают. В основном можно воспитывать детей не тем, что ты ему что-то сказал или дал, а именно своим поведением, как ты себя ведешь дома, на улице, что ты говоришь, как ты говоришь, что ты ешь, как ты ешь. То есть это, оно все переложится на детей. Поэтому следите за собой, и дети будут точно такие же, как и вы. Избавиться от страхов можно прийти на тренинг или на индивидуальную сессию и выплакать, проорать все свои страхи, то есть образно, там, метаморфозно умереть, и возродиться вновь, как птица Феникс, да, то есть
И это происходит каждый раз у меня не на тренинге, не на индивидуальных сессиях, когда человек, в общем, не можно, дочь, я работаю. Я... Не надо ему. Пусть зайдет. Пойдем. Иди сюда. Вот, сделай тише, папа работаю. Ага. Я тебя люблю. Я тоже люблю. Давай. Ага. А ты ничего не хапай, не хапай, хорошо? Хорошо. Тетя Кунти, тихо, а хави не я, хорошо? Хорошо, когда закончу, я тебя позову. Угу. Давай. Вот. Вот как с ней бороться, потому что ее жизнь, ее правила, она захотела, она зашла. Вот. А если поведение мужа не очень вечно, не очень, он вечно орёт. В общем, смотрите, дорогая Асель, если у мужа очень много агрессии, и он вечно орёт, он просто, ну, я не знаю, как вам мягче сказать, он просто недотраханный, да, то есть ему не хватает у него блокируется сексуальная энергия, она перерастает в агрессию, и, в общем, мужику просто нужен хороший секс, да, то есть, и если по женщине видно, когда ей не хватает секса, то по мужчине, оказывается, это я недавно выяснил, это агрессия, это тогда, когда недостаточно секса, все, то есть, поэтому обратите на него внимание, и, в общем, его нужно просто очень хорошо и качественно, желательно недельки две хотя бы, и вы станете мягче, и он станет мягче, и не будет вот этой агрессии. Потому что агрессия, которая копится энергия, она в сексуальной, она выбрасывается просто, и не будет вот этих вот всяких. Почему супруг стал безинициативный? Потому что ты его подавила. То есть ты же его брала, он был инициативный, а потом стал безинициативный. Это же не бывает. Потому что ты его вовремя не хвалишь из-за того, что ты им не восхищаешься, из-за того, что ты сказала, что он виноват, ты его обвиняешь в каких-то вещах, и он думает, да пошла ты нахер, делай, что хочешь, и я, либо я не был виноват. Да? То есть примерно происходит так. Инициативу подавляет женщина, и в муже нельзя вот эту инициативу подавлять. Потому что вспомни, сколько раз ты сказал, да нафиг это надо, что ты связываешься, я же тебе говорил, и короче. У мужчины должен быть люфт свободы, да, в своих решениях, в принятии за какие-то деньги или там чего-то. У него хотя бы должно быть ощущение того, что он что-то дома решает. И говорит, здравствуйте, спасибо за всю информацию, которую делитесь, пожалуйста. Поэтому очень сегодня в семьях очень часто, когда подавляют мужчину, когда подавляют его инициативу, когда... Я сказала, мы едем к маме, значит, к маме, да, когда я там то-то, я там все-то, а его просто дома нет. Вы заметите, что ты дома везде, а у него нет даже своего, не то чтобы кабинета, у него своего стола нет, да, то есть даже на его столе твоя мишура вот это лежит, и ему просто негде просто сесть и посидеть, да, чтобы он что-то как-то занялся собой, поработал, подумал. У него нет своего личного пространства, даже в своей квартире у него нет личного пространства, да? И откуда будет инициатива, и для чего ему будет работать, если он работает, покупает квартиру, и ему все равно негде как-то посидеть, подумать, поработать. Поэтому выделите ему место свое, где он может просто посидеть, куда не будет никто лезть. Вот, у человека должно быть свое личное пространство. Этого... Я не говорю, что именно у вашего нету, но этого нет в 80% семей. В принципе нет. Так, к примеру, партнер попросил ложку, а я подала вилку. И он сразу орет и поливает матами. Я скажу, вроде тварь тупая и т.д. Что с ним или со мной не так? Это, скорее всего, если неадекватный, он совсем неадекватный, орет постоянно, это, скорее всего, это уже там кто-то в нем, у него кто-то есть. Мне кажется так. То есть это внутри кто-то еще, кто его вот на такое проявляет. Либо ты его уже достала очень сильно, и дело не в том, что твоя вина, это его внутреннее раздражение, его в принципе все раздражают, да, и такая неуместная агрессия, это признак стресса, это признак
В общем, это, я не знаю, поверишь, не поверишь, есть такое выражение подселение, да, когда. И, скорее всего, у него там кто-то внутри еще есть. У него есть субличность, которую надо убирать оттуда из него. То есть это есть второй он, который как бы не он, и который вот, вот так управляет. Если он был нормальный, потом раз, вот так срывается. Вот. А так все равно вернется к сексу, поэтому, в общем, дайте ему качественный секс хороший. Почему есть люди, которым все легко дается, некоторым надо прям пахать кого-то или что-то теперь успех особо не чувствуется? Теперь смотрите, почему люди, есть люди, которым дается легко, есть люди, которым надо пахать. И те, и другие пашут, вот честно я вам говорю, что не бывает людей успешных, которые не работали. Дорога открывается под ногами идущего. То есть, если ты идешь навстречу к своей мечте, у тебя начинает все получаться, все сливается. И со стороны кажется, у него получилось легко. Даже мой путь, который вот люди наблюдают, им кажется, что я иду легко, и как-то там этот, я пашу, я не знаю, как. Я так никогда в жизни не работал, как работаю сейчас, да, то есть, слава Богу, что это выпало на мои зрелые годы, да, что я еще силен, как бы, физически, и я могу вытерпеть столько перелетов, не спать дома, и как-то есть приоритеты для того, для семейной у нас есть мечты какие-то, да, и цели, к которым мы идем, и слава Богу, что это выпало на этот период, но... Это, честно говорю, это вам, это прям нелегко. Перед каждым тренингом стресс, перед каждым мастер-классом, перед каждым перелетом. Получится, не получится, как получится, что делать, что ничего не делать. То есть это прям целый процесс, который вот он выкручивается и приходится и как-то дальше идти. Вот, поэтому... Легко, нелегко, это всегда кажется, что им легко, а мне тяжело, да, то есть это, знаете, в соседском огороде всегда капуста больше кажется, поэтому просто не надо оглядываться по сторонам, надо просто идти к своим целям, своим мечтам, и все. И просто нужно делать. Даже если ты не знаешь, что делать, просто делай. Когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь, и все. У тебя все получится. Как говорят американцы, just do it, да, и вот у тебя получится. Если при очередном скандале материла теперь опять со мной общается, как ни в чем не бывало, а я не могу внутри сидеть. В общем, просто его прости, потому что, ну, у мужчин бывает, когда стрессы на работе, когда это, я вам говорю, просто дайте секс, он перестанет орать. Я честно вам говорю, просто попробуйте. Не можете не верить, но попробуй просто. А у нас это происходит наоборот, да? Вот он на тебя накричал, ты обиделась, у тебя сидит, ты ему наоборот как-то к нему холодна, он тебе не домогается, ты нет, и в общем и секса нету уже месяц, да? И вы еще, ты раздражена, он орет, и короче получается фигня. Моей девочке 7 лет, когда ее просишь о чем, ты говоришь сделать так или так, она делает наоборот, может это возраст. Это возраст такой, это в психологии даже есть название, как это... То ли какой-то негативизм, то ли что-то этот. В общем, это обратная реакция, которая вот один шапку не одену. Не одевай шапку, нет, одену. То есть, ну и просто на этом играйте, ты же знаешь, как ей управлять, это же легко. От мелочи взрывается. Это, ну, в общем, стрессняк. На этом уже ответил. Здравствуйте, человек пьет более 20 лет, периодически лечится, кодируется, и все бесполезно, как быть. Ну, дайте ему со своей жизнью делать то, что он хочет, да, и что вы, ну, вы его постоянно спасаете. Я понимаю, что это близкий какой-то человек для тебя, но мне кажется, ну, нет смысла. Эти все попытки заканчиваются ничем. То есть оно заканчивается все одним. Человек просто уходит раньше, чем должен был. И... Если этот человек уже как бы в возрасте или как-то он уже зрелый, но мне его не исправить, да? Ну, или кодируйте так же, вы будете продлять его, ну, вы продлите просто его присутствие на земле и все. Ну, честно, я не знаю. Кодировка, она вряд ли поможет, она дает какой-то определенный период, год, там, полтора года.
Потом человек зачастую срывается и еще не знаю. Но у меня есть друзья, которые ну, как бы закодировались и там несколько лет уже нет. Но я с ними не работаю, потому что я могу сбить эти кодировки. Сам от алкоголя я не кодирую, я не умею. С алкоголиками сколько раз работал, не всегда получается с ними прорабатывать, потому что не каждый алкоголик хочет делаться не алкоголиком. Да? То есть ну, тупо он, ему нравится пить, он по-другому не видит и вот все. А психосоматическая причина – это нехватка любви, либо избыток любви, из-за этого люди пьют. Да? То есть это тогда, когда тебя недолюбили, это тогда, когда тебя уже своей любовью задушила либо мама, либо сестра, либо жена. То есть, ну, такой, когда прям чрезмерная опека над мужчиной. Не могу постоять за себя. Вот, к примеру, какая-то словесная перепалка, и на меня наезжают, и я не могу ругаться и заикаться, начинают и все. Это где-то у вас с детства зажалось, видать, отец накричал или мать, и ты испугалась, и она вот зажалась. И, ну, может быть, это не родители, но где-то был момент, когда ты испугалась сильно. Скажите, как быстрее забыть бывшую девушку? После расставания прошло 3 месяца, все мысли только о ней. Честно, я не знаю, но у девочек есть такой термин «забывашка», да, то есть тебе нужно найти другую девушку, чтобы ну, как бы фокус сместить просто, и все. Единственное, если она в тебе разочаровалась, ну, это не очень хорошо. Нельзя девушек обижать, потому что это не то, что чтобы их не обидеть, потому что слабый пол или там как-то этот, это для себя, да, нельзя разочаровывать женщин, потому что разочарованная женщина на тебя накладывает как печать такую неудачника, и у тебя просто с другими девушками не получается, и у тебя, ну, вот, как-то это. Не хочу тебя на это программировать, давай мы это уберем, но, в принципе, себе на ус намотай, что нельзя разочаровывать женщин, и все. Пьет и звереет, это там точно кто-то у него там сидит. 2 дня подряд видела сны во сне, повешенные меня сильно пугают, потому что мой муж ушел из жизни таким образом. Спасибо. Это вы приходите, потому что ваш стресс нужно снимать. Тем более, если вы его сами спекли снимали или как-то этот, ну, это не очень такая приятная процедура. И даже если не ты это снимала, но похороны это. И когда человек просто ушел, в общем, там остается отпечаток как бы в сознании твоем, да, и его нужно, в общем, вскрывать и вытаскивать эту хрень, потому что это очень неприятно. И вот тебе будут повешенные сниться, и тебя будут в петлю пихать, да, то есть у тебя будут мысли какие-то суицидальные. В общем, приходи, поработаем. На тренинг приходи желательно. Блин, почему мужчина все через секс? Потому что у женщин все через секс, и у мужчин все через секс, все просто. Твое здоровье, твое эмоциональное состояние, там 80% секс решает. И мужское, и женское все через секс. Я не знаю, Фрейд был прав, да, то есть, ну, все приходит в оконцовке, все вернется к сексу, к нему, к его. Здравствуйте, Игорь, мой брат был у вас на тренинге в Астане недавно. Скажите, пожалуйста, колено правой ноги сильно беспокоит. Он правда ударился, синяка нет, не опухло, ничего. Правая нога, не хочу идти как мужчина. Вот, это, ну, ему нужно походить, вашему брату. Это вот мужчина зрелый, да, который приходил. Ему нужно походить, он очень давно не хочет жить, если я не путаю, да, то есть, и, естественно, он не хочет ничего делать, у него нет желания идти вперед, и поэтому у него болит правое колено. Вот, и, в общем, пусть он походит, его поотогревает, ему минимум 2-3 раза надо на тренинг прийти, если не чаще. Он прям холодный, у него изнутри холод идет, это, ну, он в такой, ему тяжело, ну, как бы, у него сложная такая ситуация. Как бороться, если человек зависим от казино, спускает все деньги туда? Это нужно больше любви или его, или отпустить. Опять же, говорю, это как с алкоголизмом. Избыток любви и контроля, либо его недостаток любви, да, то есть, и поэтому нужно либо дать то, что ему не хватает, либо его отпустить, чтобы он выстраивал свою жизнь сам. И таких людей, то в этот, их, скорее всего, постоянно вытаскивают из какой-то жопы, да, то есть с детства началось, там, подрался,
его там в обезьяне забрали, его вытащили оттуда, потому что Коля что-то натворил, его опять вытащили. Потихоньку человек взрослеет и потом в казино все проигрывает. То есть бывает так, бывает, когда человек, ну, в общем, женился и начал играть, или там еще, ну, то есть это когда уже жена начинает опекать чрезмерно, он начинает выходить за рамки своей семьи и что-то там решать. Я читал, что если девушка проявляет первую инициативу на секс, то она становится неинтересна мужчине. Правда ли это? Ну, это, знаете, ну, это смотря какой секс, мне кажется, был. И потом там он... Это зависит от того, какой интерес он проявлял к тебе. И, скорее всего, не то, чтобы там пропадает интерес, но это уже добыча, он уже ее взял. И если ты ему вот чем-то не заинтересовала, он идет дальше, да, то есть... Непонятно, ну, с кем там связалась, поэтому лучше пофлиртовать, конечно, какой-то период поиграться, и потом как-то... насколько я понял, и мужчин, и женщин нужно держать в таком небольшом напряжении для того, чтобы ты вызывал у них интерес, или ты у него вызывала интерес. Поэтому есть же много книг по пикапу, и как бы как манипулировать там, или если прям интересно, так... то можете посмотреть «Жизнь без трусов», вот Алик Лесли, там есть для мужчин, есть для женщин. Для женщин, честно, не читал, но для мужчин то, что вот первый пол книги, короче, гуд, то есть там подростку какому-нибудь или там в 20 лет тебе это очень здорово поможет, ты сможешь научиться общаться с женщинами, но то, что идет во второй половине книги, это вообще, конечно же, скач. Вот этого я бы, наверное, бы, ну, не советовал делать. А так, для общего развития, и как-то это понять, какие вот триггеры, как вовлечь, привлечь к себе мужчину или женщину, то, наверное, стоит ее почитать. Почему часто снятся кошмары, хочется проснуться, и глаза открывают, но не просыпаться, короче. В общем, это приходите, это давайте поработаем, это страхи, это стрессы, в общем, это нужно вытаскивать. Ночью что-то давит, не могу дышать, читала про сон и паралич, но может ли это как-то... Это подселение, это нужно, ну, в общем, от этого нужно избавляться, выдергивать, и тогда будет хорошо. Что делать, как помочь братишке, женился на дуре, она с мамой не поладили, теперь он мучается между двух огней. Это не она дура, это он, честно говоря, как говно в проруби болтается. Ты вот даже свою опять перечитай, как помочь братишке, женился на дуре, и они с мамой не поладили. Почему она должна была, во-первых, поладить с мамой? Почему братишке твоему нужно помогать, с чего ты взяла, что ему нужна вообще твоя помощь? Из чего вы вдруг взяли, что именно она дура? Она не дура, она перетягивает мужчину своего на свою сторону. А он не может определиться, он будет жить с тобой и с мамой, или со своей женой. Ему, честно говоря, нужно отодвинуть тебя и маму на второй план, и жить со своей женой. И вообще, ну, как бы, желательно жить отдельно, да, то есть надо взять свою жену и уйти там от мамы и жить самим. И все будет хорошо, и она станет умнее, и мама попереживает, и ты попереживаешь, и у них будет нормальная семья. Я вам честно говорю, я, конечно, не Ванга, но если будет продолжаться в таком духе, они долго не проживут. Вы их разведете с мамой вдвоем. Ты и мама, и вы ее выгоните, выдавите. Потому что для твоего братишки семья – это ты и мама. А для него должно быть наоборот. Его семья должна быть он и его жена. А остальные все на второй план. А он этого сделать не может, поэтому как говно в проруби болтается. Вот и все. Я надеюсь, что это они уже прожили не 20 лет, да? А прожили там, ну, как-то недолго. Потому что если... Человек долго мечется между мамой и своей супругой, ну это гон, честно, это прям дурость это. И всем девушкам говорю, когда выйдете замуж, отодвиньте всех своих родственников на второй план и на первый план поставьте мужа. Тогда получится семья. Если вы этого не сделаете, тогда будете месить говно как бы, несколько лет, и пока вы это поймете. Потому что все говорят, мама это одна. Но тебе нужно строить свою семью, и очень важно сделать этот шаг, этот серьезный шаг, потому что в наших культурах так не принято, да? То есть родители у нас святые, их всегда слушают, особенно если ты живешь в их доме.
И поэтому рекомендую купить свой дом, уйти и создавать свою семью. С мамой или там с сестрой ты свою семью не выстроишь. Это первый, это, знаете, это такой бич, да, такой. И вот, я не знаю, это вы задавали вопрос по поводу инициативы мужа или не вы, но если вы рассуждаете о своем братишке так, то и конечно, естественно, ваш муж будет безинициативным, потому что вы вот точно так же подавляете, как своего братишку. Оставьте мужиков в покое, они сами сделают то, что они должны, и все. А что теперь делать, если я бывшую девушку разочаровал? Если вы разочаровали бывшую девушку, то вам нужно просто найти другую и другую следующую. Вам нужно просто следующую не разочаровывать. Это все. Вы верите, что мысли материализуются? Я не верю, что мысли материализуются. Я знаю, что они материализуются, и поэтому я стараюсь думать позитивно. Собираюсь второй раз замуж. У меня внутри страх повторного развода. Как побороть его? Вы его не поборете, вы выходите замуж и там на месте разберетесь. Проверка боем, да? По-другому вы никак. То есть нужно выйти замуж и там разобраться. Разведетесь, не разведетесь, это опять же ваш выбор. Как только ты выходишь замуж, получаешь штамп в паспорте, что ты замужняя женщина, да? Первые 3 года ты выносишь мозг мужу, потому что муж, он на тебе... Мужчина на тебе женился, он не думает, он в тебе не сомневается. Его ты женщина, не его женщина. У него нет сомнений. Но есть у тебя, и у тебя сомнения будут в течение 3 лет. Ты будешь сомневаться, твой это мужчина, не твой это мужчина. У тебя ты уже будешь вторым беременна, и еще будешь сомневаться. Ты сносишь его мозг, ты чистишь свое сердце на нем. Да, все свои обиды, начиная от папы и заканчивая своим мужем, ты будешь на него все скидывать. И за первого мужа он получит, и, в общем, и за папу получит, в общем, ему придется нелегко, да, не сладко. Теперь следующие 4 года, ты уже сказала, все хорошо, я его проверила, сердце почистила, я его выбираю, это мой мужчина. Следующие 4 года он будет сомневаться, он будет тебе выносить мозг. Все свои обиды, начиная от мамы и заканчивая тобой, он будет сливать на тебя. Поэтому... Все разводы происходят, ну, большинство разводов происходит первые 3 года. Это когда не выдержал он, когда ты его пилила. И 7 лет, там от 3 до 7 лет, это тогда, когда не выдержала ты его пиление. Поэтому как-то так. Здравствуйте, вы кто? Я тренер, в общем, тренинг «Эмоциональная свобода», у меня авторский тренинг, в общем, я работаю так. Психолог, я не психолог, ну я психолог, в общем, я сейчас заканчиваю на следующий год магистратуру научно-педагогическую по психологии, да, и я практикующий тренер, я, ну, можно сказать, психолог-практик, наверное, вот так пока. Теорию я сейчас набираю, и, в общем, закончу институт, буду смело говорить, что я психолог, там, магистр психологии. Так, здравствуйте. В начале семейной жизни были разочарования у мужа. Действительно, пошли неудачи в бизнесе у него. Сейчас отношения хорошие, все это прошло. С какого момента 7 лет ждать? Ну, в общем, с того момента, как ты в нем разочаровалась, и потом ты... Вот смотрите, ты разочаровалась в мужчине, и потом его надо расколдовывать. Ты, как только ты начинаешь им восхищаться, он начинает подниматься. Вот и все. Почему мужчина не предлагает замуж? Потому что боишься ты, ему это нафиг не надо. Сегодня, вот знаете, это проблема, наверное, Европы, это проблема, вот тут тоже стоит в Дубае, мужчины не хотят жениться, потому что кроме геморроя он ничего не берет, да. То есть, в основном, девчонки это рассчитывают так, я за свое счастье, за мое счастье отвечает мой муж, да, и перекладывают на него ответственность за все. И, ну, то есть... Он же тоже разумный, зачем ему? Он может гулять со всеми, он может не жениться, ему это не надо, потому что статус у холостого мужчины выше, чем у незамужней женщины. То есть там холостой мужчина там богатый, гуд, холостая незамужняя женщина там богатая, не гуд, да, то есть, ну, вот. То есть у холостого мужчины статус выше, и тупо разумом, да, там решить, что там не надо жениться, наверное, невозможно. Должен быть какой-то гормональный у него всплеск, это обязательно любовь какая-то, и тогда он может быть согласиться.
А так это не нужно. То есть, допустим, я послушал в Израиле, что творится. Если ты женился как бы на женщине, и потом разводишься, ты ее всю жизнь потом обеспечен. И в Европе примерно то же самое, да. В Дубае тем более. То есть это, ну, такая ответственность, которую, ну, это не только ответственность, это финансовое прям бремя, да, которое ложится на мужчину. И ты должна что-то предложить такое, чтобы он на это как-то пошел. Поэтому, ну, вот как-то вот так. Это то, как думаю я сейчас, я могу ошибаться, поэтому сильно можете не прислушаться. Муж изменил, что делать? Займись собой. Займись собой, прекрати говнить на него, прекрати говнить на ту женщину, с которой он изменил. Посмотри на себя в зеркало, займись собой. Улучши себя, займись своим саморазвитием, посмотри, где ты от него отстала. В общем, тебе... Вот почему-то вдруг ты была интересна и стала неинтересна. Займись своим развитием. Ты можешь, конечно, утопить себе в желчи, но это непродуктивно, это нецелесообразно. Нужно заняться собой. Избавься от обид, попиши письма прощения или приди ко мне на тренинг или на индивидуальную сессию. И потом, в общем, походи на женские практики, посмотри... женщин, успешных женщин, послушай, что они делали, как они из этого выходили, потихоньку тебе придет решение. Но замыкаться на своих обидах, ну, в общем, просто не рекомендую. Здравствуйте, я все время ударяю правую ногу, с чем это связано? Я не знаю, замужем вы или не замужем, если вы замужем, поэтому отвечу и так, и так. Если ты замужем и постоянно бьешь правую ногу, ты хочешь разводиться. Либо ты как-то не хочешь ходить на работу, которая тебя достала. Если ты не замужем, то это нежелание создавать отношения с мужчиной. Вот и все. Либо это может быть отношения с папой, но, скорее всего, взрослые, поэтому вряд ли там, ну, может быть, конфликт с папой сейчас какой-то период идет, и вы так начинаете бить на ноги. Игорь, скажите, с чем связан жор? Трудно сдержаться. Сегодня я прочитал у Луизы Хеми, скинули статью, что это защита, это нереализованные амбиции. Что ли, это то, есть картинка, как я хотел бы, и оно не реализовалось. И вот как-то вот так. Поэтому я сейчас тоже, в общем, занимаюсь своим весом. Кто следит в Инстаграме, в общем, они знают. Я за неделю похудел на 7 килограмм, сбросил, да? Только тем, что я перестал есть после 6. То есть у меня 2 приема пищи, утро и обед, и больше я не ем. Вот сегодня единственное, я позволил себе кофе, но оно прям нереально вкусное. И все. Но вот ничего такого хрустящего, или то, что жуется на зубах, я не ем. И сладкое тоже. Ну, единственное, вот кофе сегодня этот, как-то посмотрим завтра, как на весах скажется. Как вы правы. Еще один вопрос. Собрался завтра прыгнуть с тарзанки с высоты 16-этажного дома. Можно ли перед тренингом 26 мая искать экстремальные ощущения? Ищите, что прикольно. Я не знаю, вы знаете, это же ваши риски, да, вы как бы, если вы считаете, что там безопасно или как-то там этот, ну, прыгните, это острое ощущение, конечно, это прикольно. Вот, и там очень много адреналина, очень много эмоциональных вот таких всплесков. И, ну, как бы сделайте. Если это, вы думаете, повлияет ли это на результаты тренинга, это не повлияет, поэтому, ну, как хотите. Хотите прыгать, прыгайте, да. То есть это ответственность ваша, единственное, смотрите на безопасность, да, то есть, чтобы это было безопасно. У мамы много лет болят ноги, врачи ничем не помогают, все верно и все не то. У мамы болят ноги, мама не хочет идти, поэтому у мамы болят ноги. У пожилых людей, в общем, есть такое, что они не видят своего горизонта будущего, да? Ну, вообще, сейчас, честно говоря, и мы не видим горизонта будущего, поэтому рекомендую взять вот листок бумаги и написать то, как я вижу себя через 10, через 20 лет. И тогда у тебя будет картинка, и у тебя, возможно, перестанут болеть ноги только из-за того, что ты поймешь, как ты будешь эту жизнь жить. То есть очень важно, чтобы у тебя были планы на твою жизнь. И тогда ты будешь жить долго. Если у тебя не будет планов на свою жизнь, она может резко закончиться. Поэтому очень важно планировать и видеть свою жизнь на горизонты, какие-то длинные промежутки времени туда вперед.
после родов снят. Это, видите, видать, скорее всего, ты испугалась, когда рожала, и из-за этого у тебя там вот стрессануло на родах. Скорее всего, это первородка, наверное, ты была тогда, и было очень страшно, и на страх ты что-то там притянула, поэтому странные сны снятся, да, вот, в общем, вот так. Нескончаемые ссоры с отцом, отец постоянно упрекает, что у кого-то сын богатый, а у него охранник. При этом сам отец таксист, если честно, уже достал. Ну, знаете, как-то это была фраза, я ее выписывал в Инстаграме. Сейчас я посмотрю. Что-то вроде, вот есть аналог, но там прям как-то красиво было. Сейчас скажу. Вот. Что-то вроде мы все родом из детства, да, то есть, а когда отец начинает, я почему говорю, что если папа будет воспитывать сына, он и сына воспитает лучше, чем он сам, да, то есть сын будет смелее, сын будет надежнее, да, потому что он будет делать, он научит его так, даже чего он сам не делал, да, то есть сам отец. Поэтому... Вот. Сейчас скажу. Я извиняюсь, потому что второй телефон чуть-чуть глючит. Не помню, где это было. Это было... Так, есть вершины разобрать, на которые ты больше не спускаешься. Это... А, вот фраза. Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, это не прожитая жизнь его родителей. Это Карл Юнг. Еще раз, самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, это не прожитая жизнь его родителей. Что это значит? Это все твои мечты, которые не реализовал ты сам, ты будешь перекладывать на своих детей. Да? То есть, я хотел там вот это, и они на тебя перекладывают, и ты это начинаешь выполнять. Это тяжкое бремя нереализованных мечт твоих родителей. На меня легли нереализованные... Бремя вот от моего деда, допустим, он хотел стать кандидатом наук, и я себя прям вот, в общем, тоже хотел стать, да, и сейчас у меня есть, я научно-педагогическую магистратуру закончил на экономиста, и сейчас учусь на научно-педагогическую магистратуру на психолога, то есть у меня будет две ученые степени, и слава богу, что наша система так изменилась, потому что сегодня... Кандидатская, она осталась между магистратурой и докторантурой, да, где-то посередине, потому что это не докторская, но уже и не магистерская. И слава богу, что стало 3 ступени, потому что мне пришлось бы еще дальше учиться, а так, ну, в общем, этого достаточно. Поэтому отец перекладывает бремя свое, ту свою нереализацию, которую он не реализовался, он перекладывает туда. Вот вы говорили про братишки и сестры. Я живу 2 года с парнем, родила дочку. Она любит нас, но мама против. Он между нами ходит, что делать? Он должен выбрать. Ты его должна подтолкнуть на то, чтобы он просто выбрал и все. Тебя. На то, чтобы он выбрал тебя. Если он мечется, как говно в проруби, честно говоря, у вас семьи не будет. Вы так и будете жить. Я не знаю, ты боишься, он боится, в общем, ну... Кто-то должен этот страх преодолеть. Вот. Вы верите в нумерологию? У меня есть сестра-нумеролог хорошая, она. Я к ней хожу. Периодически, как бы. Ну, как я как-то урывками, потому что я не хожу прямо на полную сессию, потому что, честно говоря, времени нет, и как-то этот. Я хочу прям обязательно сходить и у нее посчитаться для того, чтобы понимать, что у меня происходит. Но так в целом я живу правильно, да, то есть то, что у нее там на этой карте получилось, то в принципе я проявляюсь правильно своей, как бы, и иду своим путем. Если муж меня постоянно ревнует, почему спустя 8 лет? Честно говоря, я не знаю, может, он боится тебя потерять, но если он ревнует, значит, ты правильно себя ведешь. Если это не гипер какой-то, если это в этом нет какой-то клиники, да, то есть не каждому столбу, да. Если это для тебя комфортно, то это, в принципе, хорошо. И я не знаю, как если он 8 лет не ревновал и вдруг начал ревновать, то, видимо, ты как-то его смотивировала, не знаю.
Как можно узнать, если у человека порча? Просто не могу забеременеть. Врачам ходила, все хорошо, мне сказали, что есть порча. В общем, вы придите на тренинг, и мы, в общем, и вас раскодируем, да, то есть это блоки в паховой зоне, это нужно, в общем, продавливать, это нужно проплакивать, это нужно выпускать, и в общем, и все. Много таких случаев, когда девочки не могли забеременеть и рожали после тренинга или после сеансов, ну, в общем, просто придите, поработаем. Здравствуйте, семья на грани развода, муж играет в букмекерстве, стоит ли дальше сохранять семью? Честно, я не знаю, стоит, не стоит, это всегда решать только тебе, возьмется он за ум или не возьмется, я не знаю. У меня есть товарищ, который играл, и он перестал играть, и он сейчас зарабатывает, и, в общем, просто эту энергию очень важно куда-то перенастроить. Что с ним будет, я, честно, не знаю, потому что я его не видел и не могу понять его причину, из-за чего он конкретно играет и остановится он или нет. Я же говорю, это либо избыток любви, либо ее нехватка. Поэтому посмотри, если ты брала нормального мужика, который не играл, и вдруг он начал играть, это что-то где-то ты его передавила. Либо не либо передавила своей любовью, либо ты ее ему не додала. Просто посмотри. Я веду консультации, да. У мамы болят и ноют колени, аж до слез, вот уже колени, как помочь? Я не знаю, причину сначала еще сходить к врачу. Помимо того, что есть психосоматика, если у нее там суставы, допустим, нет жидкости, то, может, и суставы надо поменять, да, то есть сейчас титановые ставят или вот что-то надо сделать, не знаю, посмотрите. Вот именно, у меня минусов нет, у меня трое детей, но фигура отличная, не знаю, даже причина. Ну пусть, это я так понимаю, это про ревность, опять, что у тебя минусов нету, но если нет минусов, то это хорошо, или что, я не знаю, это к чему было, вы как-то пишите так, что, потому что между вопросами большие расстояния, я не запоминаю, то, с какого аккаунта что писал, поэтому на этот вопрос не могу, не знаю, когда приклеить, уже вылетело, поэтому... Мужское вечное недовольство, нехватка секса. Это, знаете, говорит, Господи, правда, что секс без любви – это грех? И он говорит, что вы привязались к этому сексу? Все, что без любви – грех, да? То есть, ну, вот, еще больше секса. Мне 23, работа, дом, работа, ничего интересного не происходит. Да, я понимаю, что все зависит от меня самой, но по-другому никак бывает. Думаю, что все из-за моего сложного характера. Вам нужно просто сломать мозг, да? Скорее всего, работа, дом, работа, дом. Вы как бы исполнитель и... Такой немножко есть комплекс отличницы, скорее всего. Мне так кажется, не могу утверждать. Я вам просто порекомендовал бы там в декабре или в январе съездить на Гоа. Вам там свернет мозг, потому что там все неправильно. И после этого вернетесь и что-нибудь со своей жизнью сделаете. Да? Куда-то в какую-то сторону качнете. Вам нужна стабильность, и поэтому вы за нее не держитесь. Мне так кажется. Хорошо? Замужем, нет детей, на работе появляется молодой человек, и я им заинтересован. Она понимает, что замужем, поэтому стараюсь с ним не общаться. Что делать, тянет к нему. Я, честно говоря, я уже это как-то проговаривал. Я не знаю, что с этим делать, я не полиция нравов. Нравится, ну, в общем, это твоя внутренняя борьба, которую ты должна решить сама. Я не могу дать индульгенцию на блядство, да, то есть это только твой выбор. Нравится, спишь, не нравится, не спишь. Хочешь быть верным мужу, ты верна мужу, не хочешь, ну, как бы, вот так. Поэтому, не знаю, может, ты где-то не доиграла, что-то это без всяких там осуждений или чего-то. Твоя жизнь, делай, как тебе нравится, как тебе комфортно, вот и все. Постоянно ненависть к младшему брату. Это я не знаю из-за чего, где у вас так этот лбами сталкивали родители или откуда это идет. В общем, это надо чуть-чуть глубже смотреть. Это же такой стресс для организма, такая диета, вот так не думаете. Такая диета, это вообще не диета, у меня, это мой характер, да, я не могу действовать полумерами, я не могу есть там 5 раз в день по чуть-чуть, мне лучше поесть нормально 2 раза в день и вечером просто отказаться от ужина. Я от этого не страдаю, все говорят, ой, это такой стресс, никакого стресса нету,
стресс, он первый день, потом ты привыкаешь, и такой тяги поесть нету. Когда ты мозг убедишь, что ты после 6 тупо не ешь, он уже даже не просит. Поэтому, ну вот. Но первые дни, конечно, чуть напряжно. Здравствуйте. Вышли бородавки на пальцы, но правая нога целых 5 штук удалила их, теперь пальцы опухли, ходить больно. Больше месяца не заживает, что изменить? Это не вижу себя в будущем с мужчиной, правая нога. И вот, поэтому, в общем, как-то напишите сочинение, как вы видите себя через 20 лет, кто с вами рядом и как вы живете. Возможно, пройдет. Здравствуйте. Если ребенок притягивает к себе травмы, головы зашивали уже 2 раза. Скорее всего, вы с мужем ругаетесь из-за этого. Вы раздражаете его поля, у вас конфликты с мужем, и он, ну, как-то... Посоветуйте книгу почитать. Если по сегодняшней тематике, материнскую любовь рекомендую всем. Я не понял, почему все виноваты бабы. Потому что, я, честно говоря, я не знаю почему. Ну, вы вот как-то так, у вас получается, как-то, у вас очень большая социальная власть, вы влияете на детей, вы влияете на мужей, на мужчин, и поэтому вы интригуете больше, чаще и умнее, чем мы. Поэтому все идет от вас. То, насколько прокачана ты, прокачана твой муж. И вот. И поэтому, что бы с тобой ни случилось, вообще, что бы с тобой ни случалось, виноват ты сам, да, или ты сама. Поэтому очень важно взять ответственность за свою жизнь на себя. И вот эти почему, или зачем, и почему именно я, вот эти вопросы просто бросьте. Что бы с тобой ни случалось, спрашивай для чего. Появилась у мужа любовница, спроси, для чего тебе этот урок. И получи урок и пройди его, да. Я ни с коим образом не оправдываю там мужчин, но просто, ну вот, посмотри, для чего тебе это надо. Так, Игорь, доброй ночи. Почему при глубоком вдохе сильно колет в области сердца? Потому что на сердце тяжело и есть душевная какая-то боль или травма, которую нужно проплакать и вытащить. Скорее всего, был стресс, и ты его замкнула себе. А можно прийти индивидуально всей семьей, с мамой, папой, братишкой и братом, проработать проблемы, блоки. Честно говоря, приходите лучше на тренинг, потому что я ваши вот эти вещи, там, ну, это базар получится. Можете, конечно, по одному ходить все по очереди, но каждому нужно будет по 2-3 сеанса, и поэтому, ну, как-то посчитайте, насколько это выгодно. Здравствуйте, если отец пьет и не хочет останавливаться, даже если все хорошо, дети у меня... Ну, оставьте, я честно не знаю, вот алкоголизм, он, по сути, такой сам по себе не лечится, и человек должен сам захотеть бросить пить, это борьба уже на всю жизнь. Если ты хоть раз в жизни довел себя до алкоголизма, то это борьба уже на всю жизнь. Даже если там 3 раза в неделю по 2 банки пива, и ты думаешь, что это не алкоголизм, это уже алкоголизм. А если пьет так, что вы уже, ну, как бы пишете ко мне в эфир, то, скорее всего, это уже давно, и с этим сделать, ну, что-то очень сложно. Поэтому кодируйте, узнавайте. Есть специалисты, которые этим занимаются. Я не занимаюсь алкоголиками. И я не могу реально помочь и не могу заявить. Несколько раз было помогал, но это не конструктивно это. А если я мужа не ревную, и он меня не ревнует, то что, тогда что? Тогда хорошо, наверное, не знаю. Осталось 1,5 минуты, заканчиваю школу, весь год готовились к экзамену, вот уже последний рывок. Иметь не хочется ничего делать. Вопрос все равно. Это нормально, ты просто перегорела. Ты просто сильно долго переживала, да, и это вот перед ЕГЭ, это вот колбасит всех. Ты пойми, что ЕГЭ это важно, и экзамены очень важно сдать, но это не самое главное в жизни, поэтому это не веха в жизнь. Если ты вдруг завалишь, то ничего страшного не произойдет, тебя ли родители будут так же любить, как и до этого любили. Поэтому просто готовься, убери с результата напряжение, у тебя все получится. Но пойми, если ты не сдашь вдруг, ничего в жизни не поменяется, луна на землю не упадет. Просто выберешь какой-то другой вуз попроще, или будете платить, или если не можете платить, поступишь на следующий год. То есть всегда есть то, что нужно делать дальше.
Тем более сегодня образование, оно такое, которое, я не знаю, очень сомнительное. И, честно говоря, мне кажется, проще ходить на бизнес-тренинг, чтобы добиться какого-то успеха или заниматься тем делом, которое ты любишь. Выбери, что ты любишь, посмотри и убери напряжение с ЕГЭ. Желаю тебе удачи. В общем, удачи всем, ребята. Эфир заканчивается. Всем пока-пока. До завтра. В общем, еще увидимся. Всем желаю добра и приятных сновидений. Пока-пока.